У нас проходит акция в Новый год без старых долгов. Вот здесь вся информация. Знакомьтесь и поучаствуйте. Хорошо, спасибо. Дед Мороз со Снегурочкой приглашают самарцев за подарками. 7 декабря в городе проходит поощрительная акция компании СКС «В Новый год без старых долгов». Каждому, кто исправно оплачивает счета за воду и внес аванс на месяц вперед, в качестве поощрения сладкий подарок. Новый год Макар Кудинов традиционно встречает без долгов, в том числе и коммунальных. Уже несколько лет он принимает участие в поощрительной акции. Я не допускаю задолженности по коммунальным платежам, вовремя оплачиваю. Нужно не допускать задолженности, чтобы все люди получали заработную плату и в Новый год могли подарить своим детям, родителям подарки. Чтобы получить гарантированный сладкий приз, достаточно прийти с оригиналом оплаченной квитанции за ноябрь и декабрь в любой центр обслуживания клиентов самарских коммунальных систем. Здесь сделали все для того, чтобы посещение центров обслуживания было безопасным. Сотрудники в масках, соблюдается социальная дистанция. Те, кто из дома выходить не хочет, может вместо сладкого подарка оставить заявку на сайте компании и получить 100 рублей на лицевой счет. В этом году за 6 дней у нас уже более 2500 участников. Мы ждем всех наших абонентов на участие во втором этапе. Второй этап предполагает розыгрыш ценных сертификатов, бытовой техники, а также наших абонентов ждут призы от наших партнеров. К участию приглашают также управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Условия для них те же – оплата всех счетов за воду и авансовый платеж за декабрь. Акция «В Новый год без старых долгов» будет проходить до 25 декабря. В прошлом году в ней приняли участие более 6 тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают порядка 7-8 тысяч и гарантируют, подарков хватит на всех. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.